7 апреля во всем мире отмечают День здоровья. Он напоминает всем нам, насколько важно уметь заботиться о собственном здоровье и своевременно обращаться за помощью к врачам. Студенты Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа привлекли внимание к этой теме с помощью флешмоба. В честь праздника они устроили массовую зарядку на территории Центра охраны материнства и детства. Участников акции поприветствовал главный врач лечебного заведения Татьяна Мельник, поддержал инициативу молодых людей руководитель Люберецкого театра оперетты Александр Чайка. Ну, здоровье граждан – это всегда самая актуальная, самая важная тема, поэтому к здоровью всегда нужно привлекать внимание. Не тогда, когда уже все заболели, а тогда, когда это все еще можно предотвратить. К всероссийской зарядке здоровья присоединились 120 волонтеров-медиков. Подобная акция прошла во всех городах страны.